Привет, друзья! С вами снова Инфобизконтроль, и сегодня у нас новый обзор. Обзор будет на курс, который меня уже давно просили, в принципе, сделать, а все никак руки не доходили. Смотрите, курс называется «Стабильный заработок по методике свобода от 3 500 рублей в день». Также этот курс более известен как «Партнерство в успешном проекте Ирины Гейден Свобода». Как видите, этот курс находится в топах продаж, и уже он давно, то есть получается, сам курс добавлен 2 месяца назад, и он с первой страницы топов просто никуда не уходит. Уже очень много его продано, и до сих пор его довольно неплохо продают. И давайте перейдем на продажник и немножко посмотрим, что там к чему. Так, стабильный заработок от 3 500 рублей в день, без обмана, без долгих рассуждений, без воды, только полностью готовая система заработка денег. Вы приняли правильное решение, когда зашли на этот сайт. Отлично. Здесь нет обмана и предательства. Мы уважаем права. Здесь вы получите реальную помощь. Здесь начинается путь к вашей финансовой свободе. Я обещаю вам, что после знакомства со мной вы забудете о финансовых трудностях навсегда. Окей. Здравствуйте, мои хорошие. Меня зовут Ирина Гейден. Смотрите, давайте начнем, пожалуй, с Ирины Гейден. Ирина Гейден – это вымышленный персонаж, ну, естественно, которого не существует. И вот эта вот фотография появилась здесь, ну, в общем, когда-то появилась в какой-то промежуток времени, потому что раньше Ирина Гейден выглядела вот так. И, как видите, была одна фотография, потом стала другая. В чем же такая причина? Ну, причина в том, что это вымышленный персонаж, и фотография просто была украдена, вот эта вот, которую я вам сейчас показал. И видно, я так полагаю, что той женщине, у которой была украдена эта фотография, зовут ее Наталья. Я не буду вам говорить, то есть конкретно ее фамилию и показывать ее страницу ВКонтакте, просто потому что, чтобы ее просто не задалбывали, потому что видно, ей кто-то сообщил о том, что ее фотка была украдена. Она, может, куда-то жалобу написала ли, ну, что-то в этом роде. Вот. И этой Ирине Гейден пришлось, так сказать, сделать себе пластическую операцию резко, и она стала вот такой вот блондинкой. Естественно, эта фотография тоже украдена, и никакой Ирины Гейден просто не существует. Так, теперь о хорошем, как я это делаю. Мы с вами станем партнерами и вместе будем зарабатывать в интернете по методу, доказавшему свою эффективность свободу. Вы слышали про этот метод или нет? Представляю вам авторская тролля. Так, блин, где же тут? Тут, кстати, написано, на чем будем зарабатывать. А, сейчас я найду это. А, вот, что нужно делать. Как я уже говорил, каждый мой партнер будет зарабатывать на автопросмотре видеороликов. Автопросмотре видеороликов. За просмотр видеороликов вам будут платить хорошие деньги. Я разработал этот метод заработка следующим образом. Просмотры видео будут происходить автоматически, не требуя от вас присутствия и каких-либо действий. Запустить метод сможет каждый, все невероятно просто. Кстати, по поводу соцсетей, они не являются частью работы по моей методике, не переживайте по этому поводу. Мой метод не основан на бессмысленном создании групп ВКонтакте и страничек в Фейсбуке. Не знаю, к чему это вообще было написано, ну ладно. Метод «Свобода» получил множество наград и сертификатов. Ну, множество фейковых наград и сертификатов метод получил. Стать моим партнером, настроить автопросмотр клипов по методу «Свобода», получать 3,5-5 тысяч рублей. Окей. Ну и тут понеслась скриншоты, что тут еще, отзывы всякие, всякая такая вот хренотень, да. Итак, давайте перейдем к самому курсу. Итак, сам курс выглядит вот так. Смотрите, один ролик, второй ролик, третий и PDF-файл, ну и тут вот еще две папочки. Я прочитал вот этот PDF-файл, ну и тут, в принципе, описаны оба метода, так сказать, которые она предлагает. И, а вот это вот остальное я даже не смотрел, в принципе, в этом нет смысла. Вот здесь вот весь метод описан, и сейчас я вам покажу, в чем он заключается.
Смотрите, метод заработка свобода, вступление, нафиг нам вступление. Существует два метода заработка на подобных видео. Вариант первый. Просматривать видеоролики вручную и получать за это по 50 российских копеек. Да, за день такой работы вполне можно получить 500 рублей, но это ведь далеко не предел мечтаний. Вариант второй. Создавать особые видеоролики и получать за каждый просмотр уже 8 или 50 рублей. В данном случае просмотры будем получать в автоматическом режиме. Без нашего непосредственного участия именно этот вариант является приоритетным для нас. В этом пособии мы рассмотрим каждый из них. Начнем с первого. Первый вариант – ручные просмотры. Ну и давайте я вам дальше, так сказать, в своих словах вкратце объясню, чем она нам предлагает заниматься. Честно скажу, такой курс уже был где-то у нас на обзоре. Я не помню, как он называется, но принцип тот же самый. Может, вы вспомните. Проходите регистрацию, вводите свои данные, прикрепляете профили соцсетей, выполняете задания, просматриваете видео, получаете деньги и выводите их на свой счет. Теперь перейдем по шагам. Проходим регистрацию на ВК Таргет. И понятно, что начинается полнейший фуфел. Смотрите, может, вы не знаете, что такое ВК-таргет, но я думаю, многие знают. Это обычный ресурс, где можно зарабатывать за то, что ты там подпишешься на какой-то канал, вступишь в какую-то группу, поставишь кому-то лайк, там в Инстаграме что-то такое сделаешь. То есть один из многих ресурсов, который предоставляет такие услуги. ВК-таргет сам по себе проект или площадка, я не знаю, как это назвать. ВК-таргет сам по себе неплохой сайт, в нем нет ничего плохого, там нормальные задания, далеко не самые дешевые, то есть есть намного меньше платят. Здесь платят там порядка 50 копеек, хотя остальные бывают и по 5, и по 10 копеек. То есть к ВК-таргет у нас претензий нету. Только вот называть этот метод свобода, ну, это бред сивой кобылы. То есть, типа, она говорит, что можно просмотреть 500 рублей, заработать на ВК-таргет на просмотре видео. Так вот, это полная хрень. Извините меня, рассказывать, что это метод по просмотру видео, ну, это просто один ВК-таргет. ВК-таргет есть такой один из методов, где можно заработать. То есть вам там предложат, как я говорил, вступить там куда-то, что-то лайкнуть или что. И может быть вам там выпадет посмотреть какой-то ролик там за 40, за 50 копеек. Не может, ну, а будет такое задание. Но, смотрите, она говорит, что можно заработать 500 рублей. То есть это значит, нужно просмотреть 1000 роликов, да? Если именно 1000. Ладно, давайте забудем даже про ролики. Вам нужно выполнить 1000 заданий, чтобы заработать 500 рублей. Только на ВК-таргет 1000 заданий вы будете выполнять, может, полгода. Там или сколько. То есть из-за того, что там цены довольно высокие, туда, так сказать, не очень сильно ломятся рекламодатели. И заданий там, ну, немного, там можно зарабатывать, но довольно немного. То есть вы за день там не то что 500 рублей, вы 50 рублей никогда там в жизни не заработаете. Так что вот этот ублюдок, который сделал этот курс, прекрасно об этом знает, ну и нужно было продавать что-то. То есть сама концепция того, что это Ирина Гейт, ну, на самом деле это какой-нибудь чумоход, естественно, который сидит и штампует вот такие курсы. Он просто создал легенду, что якобы на просмотрах видеороликов вы будете там что-то зарабатывать. Ну и вот впихнул этот ВК-таргет просто для отвода глаз. На самом деле это говно. Как я и говорил, к ВК-таргет претензий нету, это довольно неплохой ресурс, и там можно какие-то копейки зарабатывать. Дальше. Второй метод, да, тот, что там, так сказать, метод свободы. В общем, это чудо нам рассказывает, что нужно записывать видеоролики. То есть, вот типа таких, как сейчас записываю я, да, и она говорит, что нужно зарегистрироваться на Глопарте, взять партнерскую ссылочку на какой-то курс. И угадайте, на какой курс нужно взять ссылку? Конечно же, на ее. Что же нам еще продавать? Конечно же, нам лучше продавать вот это вот говно. То есть, ну, сама
политика ее понятна, то есть чтобы вы что-то продавали, а она косила бабло, да? А, так, и то есть нужно брать какие-то товары, ну в данном случае она предлагает именно ее товар брать, делать положительный отзыв о каком-то товаре, курсе, да, о каком-то инфопродукте, делать отзыв, вот она пишет даже какие варианты, заснять себя на телефон на фоне сайта, на котором продается курс. Ну, понятно. Или же сделать видео с помощью программы «Экранная камера». Честно, не знаю, что это за программа такая «Экранная камера». Ну, я вот, допустим, пользуюсь программой Camtasia Studio для того, чтобы записывать ролики. Ну, знаю, люди пользуются Sony Vegas и там еще есть какие-то программы. Но программы «Экранная камера» я не слышал. Ну, наверное, я глупый. А, ну, ладно. И то есть нужно записывать положительный отзыв, закидывать его на YouTube, и вам сразу повалится бабло, потому что люди начнут просматривать, увидят, что вы рассказываете, что там вот это суперкурс, я вот на нем заработал, там траля-ля, траля-ля, и они перейдут по вашей партнерской ссылке, купят какое-то говно, а вы получите за это свои партнерские отчисления. Естественно, это тоже полная херня. Почему? Потому что если вы запишете отзыв, выложите его на YouTube, то никто его не увидит, потому что никому вы нахер не нужны, потому что никто ваш ролик искать специально не будет, и никто о нем никогда не узнает. Может, там за год зайдут пару человек каких-то случайных и увидят ваш высер. Вот. Ну и еще нам Ирина Гейден рассказывает, как правильно этот ролик загрузить на YouTube, чтобы миллиарды людей его увидели и просто вы там озолотились. Она нам рассказывает, что нужно сделать название, то есть курс, обзор там такого-то курса, да, ну вот может как у меня там, не знаю, название. Вот, обзор такого-то курса. И нужно прописать теги. И те теги, которые она, к примеру, показывает, она может их засунуть себе туда, где солнце не светит, потому что это дебильные теги, они высокочастотные и ни хрена вы с ними не сделаете. В общем, Ирина Гейден мало того, что дает абсолютно фуфельный дерьмовый курс, мало того, что она еще, так она к тому же еще учит вас, как неправильно выкладывать ролики в интернет, ну, ролики на YouTube. Ну, в общем, пользы от этого никакой абсолютно нету. Единственная польза, что здесь есть, это она показывает, как зарегистрировать свой канал и как добавить туда, просто вот добавить видео. Пример описания. Результаты обзора данного курса, как ни странно, очень положительные. Я лично проверила его на практике. И вот это тоже описание довольно говенное, и оно не работает. И еще она тут дает, ну, чтобы вообще уже озолотиться, вот какую-то дерьмовую программу, программулинку, которая сможет парсить людей из ВКонтакте, то есть из определенных групп, да, то есть в нашем случае это группы по заработку в интернете, и рассылать этим людям сообщения. Привет, как и обещал, скидываю свой обзор на курс, ссылка на видео, как тебе? То есть брать и людям рассылать спам по контакту, где будет ссылка на вот этот ваш дерьмовый обзор. И опять же, почему это дерьмо не будет работать? Просто потому, что вы разошлете там пару десятков таких сообщений, и вас просто тупо забанят, и все. Вот, в общем-то, друзья, вся методика свободы от Ирины Гейден, которой не существует. На самом деле, этот говнокурс создал какой-то ублюдок, чтобы наварить денег. Вот, можете ему там, я не знаю, если где-то есть его данные, просто можете написать, что он ублюдок. Вот и все. Не забудьте зайти на наш сайт, обязательно вот здесь вот ввести свой email и подписаться, чтобы не пропускать новые обзоры, а также обязательно вступайте в нашу группу ВКонтакте, ссылочки и на все это есть в описании. Если вам интересно самим изучить этот суперкурс свободы Ирины Гейден, то можете его скачать, ссылочка тоже есть в описании.
Если вы не видели какой-то из вот этих двух обзоров, нажмите прямо на картиночку, он откроется и можете его посмотреть. Если вам понравился этот обзор, поставьте лайк этому ролику, подпишитесь на канал, а еще лучше сделайте репост этого ролика к себе на страничку ВКонтакте. Это нам очень поможет. Ну что ж, друзья, зарабатывайте много и честно. Пока!